Первая комфортная школа открылась и в Караганде. Ее построили в микрорайоне Кендала. В учебном заведении будут получать знания 2000 детей. Такое количество мест позволит разгрузить 4 образовательных организации и в юго-восточной части города. На церемонии открытия присутствовала министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова. В комфортную школу по конкурсу приняли 150 учителей. Для начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с учебными кабинетами, санитарными узлами и спортзалами, классы и лаборатории. Модификационные, оснащены по самым современным требованиям. Напомню, всего по поручению президента страны в нашей республике до конца следующего года планируют построить 217 современных школ. И об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время послания народу. Для нас создали все условия, чтобы учиться было комфортно и интересно. Мне нравится, что на каждом этаже коворкинг-зоны. Спортивных залов в школе 4. Это значит, что спорту уделяют большое внимание. Очень радостное событие не только для учеников, но и для педагогов. Ведь это важно, когда в учебном заведении созданы все условия, когда есть необходимые книги, новые доски, все по последнему слову техники.